Подружки, привет! У нас в доме доктор. Скажи подруге привет. Всех полечу, всем все расскажу, диагнозы всем поставлю. В общем, у нас сегодня сумасшедшее утро в доме. К слову говоря, о докторах. Эти мои красавцы, первый и второй, чувствуют себя сегодня уже намного лучше. Мы стремительно идем на поправку, лечимся. И вроде бы все уже хорошо, по крайней мере, мы обходимся без температуры. Ну и Рэм в целом действительно чувствует себя намного лучше. Скажи привет, и ты скажи привет. Поздоровайся с подружками. Скажи подруженце и привет. И причина, по которой мы сегодня с вами собрались, не для того, чтобы обсудить здоровье моих малышей, а для того, чтобы сделать малышковую фотосессию. Я уже несколько раз рассказывала, что, конечно же, очень поздно, но я наконец-то организовала вот прям младенческую малышковую фотосессию, ну или точнее сказать, она называется фотосессия новорожденного, для Гранта. Хоть он уже и не новорожденный, и уже, ну как бы, спит намного меньше, пробуждается намного легче. Не знаю, как пойдут дела у нас, но мы будем сегодня стараться его сфотографировать. И прелесть, помимо самого процесса этого мероприятия, в том, что фотограф к нам приедет домой. То есть фотосессия у нас будет дома, и нам не нужно никуда выезжать. Нам не нужно собирать никакую одежду, никакие вещи. Не нужно собирать детей, вообще ничего не нужно делать. Фотограф приедет к нам домой, и мы будем все это дело снимать здесь дома. И это прям такой кайф. Причем закон подлости работает всегда. И сегодня все спали просто до упора. Я с ужасом открыла глаза в 9:09 и поняла, что, блин, что происходит? У нас же сегодня в 11 приедет фотограф, а мы все еще спим. И удивительным образом ни Рэм ко мне не пришел, ни Грант особо там не просыпался. В 6 часов поел, и все, и отвалился, и спать вместе с мамой рядышком под боком, да? Ну ничего, мы встали, сейчас 10:48, у меня ровно 12 минут, чтобы всех покормить, и будем ожидать нашего фотографа. Ты ожидаешь? Ты в восторге? Я вижу, что ты в восторге. Слышишь, как яйца там журчат? Это омлетик готовится. Ну ладно, тебе пофиг, я понял. Так, все у нас все едят. У нас ровно 2 минуты. Тут у нас блинчики с яблоками, да-да-да. У этого будет сейчас сосочка безумно вкусненькая. Держи, невероятная. Пожалуйста. И мать просто в этом, тоже вот в этих блинах, потому что Рэм на меня чихнул, когда я ему накладывала сметану. Спасибо тебе, друг. Я вот прям признательна тебе. Так, тут у нас помощник великолепный. Знакомьтесь, Маша. Скажи подруге привет. У нас все подруги привет. И у нас тут уже процесс. Вот такая вот штука у нас появилась. Здесь он будет красиво лежать, позировать, наблюдать. Я тоже хочу лежать в этой штуке. Маша сказала, что она вот этого человека сюда засунет. Я не знаю, как у нас это получится. Ну вот, чтобы вы понимали. Изоленточка. Человек. Так, Рэм, оставь. Я думаю, что будет прям красота, да? Тебя мы тоже, кстати, приоденем. Ты будешь у нас нарядный, наконец-то, в рубашке. Оказывается, вот оно как организуется, да? Красота вся. Да. Из вот этих магических чемоданов достается. Ой, ты боженьки! Какая красота! Где это вообще берется? Шьют, говорит, мастерица шьют. Да. Ой. А ты, мастерица, куда забрался? Друг. Так, и мохнатенькое у нас еще вот такое, да. Это прям то, что нужно. Супер, отлично. Это Мироша, мне кажется, в этом фоткался. Да. У них как раз в коридоре такая огромная фотография, и он такой красивый, в нем просто безумный. Лейла, извини, буду плагиатить. Мне нравится. Я всегда начинаю с того, чтобы дать шанс малышу заснуть просто в костюмчике. Mm-hmm. А уже вот эта история с мотанием, знаю, что абсолютно, ну не всем она нравится, но для меня это как уже исключительный вариант, когда ребенку тяжело заснуть, потом мы снимаем обмотку, и она остается в костюмчике. А, я поняла. Да. Это мы к тому рассказываем, что я Маше говорю, что он хорошо спит в пеленке, да. Что мы можем его запеленать, но мне в голову не пришла мысль о том, что можно ведь в костюмчике запеленать, да, и потом размотать, да, и спокойно все, фотографировать. Дальше, да. Да. Ну все, дружок, нам надо же потихонечку начинать. Давай, слезай. Давай, прыгай. Да. Тут крепость организуется. Да, так. Так, тебе еще нужно что-нибудь подставить сейчас? У меня вообще тут есть уже подставлено, да? Да, у меня есть стойка, но я сейчас просто смотрю, как
лучше. Мне сейчас тогда принесу кусочек отстойки. Ну все идеально, малыш. Сейчас я буду тебя кормить, да? Чтобы ты был совсем доволен жизнью, и все у тебя было прекрасно. Так, сейчас мы человека будем переодевать. У нас тут все наше. Так, наши салфетки. Да, вот, что-то ты там уже надела, мы поели, все довольны и счастливы. И Маша спросила меня, какой подгузник. Я говорю, Маш, ну, фотосессия, какая тебе разница, какой подгузник? Она говорит, что очень важно, если подгузник толстый, то мы будем использовать стягивающее белье для того, чтобы малыш, да, выглядел красиво на фотосессии. И, в общем, я показала наши Black Rabbit, которые тоненькие-тоненькие, дико тоненькие. Она сказала, отлично, прекрасный подгузник. Во-первых, стягивающее белье нам не нужно будет. А во-вторых, подгузник белоснежный, чистый и красивый. И вот на такую одежду, которая немного просвечивает, он как раз-таки само то. Да, малыш? Поскольку принты не будут мешать нашей эстетике, так сказать, и прелести всего процесса. Так, а грязные мы убираем сюда. И, кстати, подруженцы, кто волнуется по поводу пакетов и экологии, это все перерабатывается. Black Rabbit об этом тоже подумал. Это очень круто. А еще я у Маши спросила, а что ты делаешь с волосами малышей? Как ты их укладываешь, чтобы они были красивые? Я говорю, потому что тут как у старикашки, у него антенки торчат. Тут не видно. Я его кормила, нам было дико жарко. И сбоку там прям антенки. Я говорю, мне кажется, надо уложить. Она говорит, ну окей, уложим. Хотя мы в шапке будем, да? Какая нам разница? Я слышала, что у фотографов отдельная какая-то своя особая магия, как они с детьми работают. Вот сейчас будем наблюдать, что они с ними там делают. Они какие-то маги по усыплению детей. Вот эти легкие покачивающие движения, и он будет вспоминать все, как было у мамы, да? Белый шум, движение по переносице, легкие покачивания, и малыш будет засыпать. Ой, прелесть. Обычно же в первый месяц, да, делают эти фотосессии? Даже, я тебе скажу, в первые 2-3 недельки. Первые 2-3 недельки. Так что, подруги, кто хочет делать фотосессию новорожденного, помните, что самое лучшее – это первые недели. Понятное дело, что молодой маме не сильно до этого, но это такое дело, о котором потом будете очень счастливы, что сделали, поскольку вот первые эти недели действительно можно сделать волшебные фотографии с новорожденным малышом. Walking on fire, trying not to bend my feet. I'm tired of fighting, saying things we don't mean. You know I don't like it when you're packing your bag and turning your back, calling me a liar, calling me a liar. Trying not to let my feelings get to me. Sometimes I can't let them go. So now I got these voices. Now I got these voices in my head, baby. Я делаю все медленно, чтобы малыш успел привыкнуть. У него это уже нетипично. Это дома, он у мамы лежал очень плотно. А тут все-таки он уже расслабился, руки у него в сторону, он знал, что они могут, да, чуть-чуть вот на эту щечку, чуть-чуть, да-да-да, вот так вот. И подкачивающимися движениями, да, я даю ему привыкнуть к его собственной руке. И когда он к ней привыкнет, я прихожу к попе, все держу, фиксирую, так. Потом поджимаю ножки. Вот так вот. Ого, вот техника. Пробую еще раз на руках. Вроде он лежит. Теперь его выкладываю. Falling, falling, falling.
like fire. Love it, love it, love it. Taste your magic. I go ecstatic. I can't get enough of you. I feel so much lighter when you're near. I was underwater too long. Never the same. Вызвали отца, нам нужна была помощь, чтобы Грант улыбнулся, да? И вроде бы улыбнулся, да? Да, папа поговорил с ним, и все хорошо. Так что вот так вот, подруги, наша фотосессия тут проходила. Очень скоро покажу вам на канале наши фотографии, какой у нас конечный результат. Вот с этим молодым человеком в главной роли, но я думаю, что будет красиво. Маша уж точно постарается, по крайней мере, вот фотосессию она провела просто волшебно. Мне кажется, она правда какая-то фея. Если Грант не будет спать, я буду приглашать ее вот просто платить за фотосессию, а пусть она его укладывает спать просто. Этого мне будет достаточно, а сама буду их фотографировать. Так, по окончанию процесса мы тут еще стилизуем все игрушки в нашем стилизаторе Манчкин. Вот такая вот красота. Рэм Гранту не дал сфотографироваться с игрушками фотографа, но зато сам с ними поиграл удачно и все их по полу повалял. Но мы их простерилизовали, теперь все чисто и можно отправлять обратно в чемодан. Осталось только нам простерилизовать наши ладьи, которые все-таки в фотосессии поучаствовали. Ладно, подружки, все, на этом сегодня пока. И очень скоро покажем вам фотки. Все, всем доброго дня. Чаурю. Всем пока. Все посмотрели всю нашу кухню, как все проходит. Так что, несмотря на все нюансы и трудности, я думаю, результат будет классный. Ради этого мы все и старались. Отлично. Скажи пока. Пока.